обеспечивать долгосрочную работу добывающих скважин. Это заслуга бригад подземного ремонта скважин. Коллектив бригады ПРС номер 6 цеха подземного и капитального ремонта скважин базы производственного обслуживания НГДУ «Линторнефть» доказывает свою эффективность не только слаженной работой, но и высокими показателями на конкурсах публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз». Команда мастера Наира Зейдулаева стала первой в экономических соревнованиях по итогам 2022-го. С профессионалами своего дела познакомилась наша съемочная группа. Выкладываться на максимум каждому, быть профессионалами своего дела и сплоченной командой – это залог лидерства в экономических соревнованиях бригады ПРС номер 6 ЦПКРС БПО НГДУ «Линторнефть» акционерного общества «Сургутнефтегаз». Коллектив под руководством мастера по ремонту скважин Наира Зейдулаева убежден, что только так, с полной отдачей своему делу, можно рассчитывать на высокие достижения. В бригаде работает 15 человек. Все они когда-то сюда приехали из разных регионов, городов России. Все жители Лянтора, вахтовиков нету. Работаем посменно. Многонациональная бригада. Из 15 человек 9 национальностей. Руководство нашего управления, нашего цеха и я лично стараемся и мотивировать работников, и стимулировать. Ежемесячно до нас доводятся промежуточные итоги соревнований, где мы видим, каких результатов мы добились не только среди бригад нашего управления, но и всех бригад ПАО «Сургутнефтегаз». Поэтому сразу видим, где нам нужно улучшить нашу работу, решаем совместно с бригадой, как это сделать, и работаем на результат. Руководит бригадой Наир Зейдулаев уже 16 лет, а работает в НГДУ «Линторнефть» без малого 29 лет. Профессиональный путь мастер начинал машинистом насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, трудился пломбиром, бурильщиком. В числе заслуженных победителей его коллектив оказывается уже не в первый раз. Например, по итогам 2021-го в ежегодном окружном конкурсе «Черное золото Югры» нефтяники взяли второе место. Стали серебряными призерами и в экономических соревнованиях. Передовая команда – гордость мастера, который всегда готов поддержать своих коллег и добрым словом, и профессиональным советом. Конечно, мы рады. Всегда приятно побеждать. Бригады нашего цеха всегда в числе победителей экономического соревнования. Наш труд ценят. Это значит, что мы не зря стараемся. Мы будем и дальше стремиться к лучшим результатам и высоким показателям. Может быть, со стороны нас и со спортсменами можно сравнивать. Ну а для нас наша работа привычна. О сложностях не думаем, просто берем и делаем. Есть требования, есть знания, есть опыт, который мы применяем на практике. Цех подземного и капитального ремонта скважин базы производственного обслуживания НГДУ «Линторнефть». В следующем году отметит 40-летний юбилей. За эти годы нефтяникам приходилось трудиться на всех 12 месторождениях управления. Линторском, Назаргалеевском, Маслиховском, Санинском, Западно-Камынском, Северо-Сильяровском, Сынгиганском, Ларкинском, Западно-Сахалинском, Сахалинском, Южно-Ляминском и Явенлорском. Говоря простым языком, перед нами стоит одна большая и главная задача – выполнение текущих капитальных ремонтов скважин. Мы выполняем с соблюдением норм и правил безопасности, соблюдая технологические регламенты, выполняем плановые показатели и стремимся к их улучшению. Продуктивную работу добывающих скважин важно поддерживать постоянно. Этим как раз-таки занимаются бригады подземного ремонта скважин. Специалисты обеспечили стабильные показатели акционерного общества «Сургутнефтегаз», а также улучшили экономическое благополучие Югры и России в целом. Карина Алексанян, Денис Зонов, «Сургут-24», «Линтор».